чем вы приехали на первозданную Россию 21 года? Первозданная Россия 21 года – это очередной фестиваль, который позволяет знакомить посетителей этого фестиваля с полками заповедной России. В один из дней фестиваля, это как раз-таки День Минприроды России, центральной темой которого становится экологический туризм, который сегодня является одним из таких популярных, либо набирающих популярность направлений среди граждан Российской Федерации, особенно в условиях современной ситуации, связанной с коронавирусом, с закрытием внешних границ для выезда и путешествий по миру. И вот в этой части как раз-таки мы по итогам прошлого года, несмотря на то, что количество посетителей снизилось, но видим все большую растущую популярность и интерес к путешествиям по нетронутым уголкам, знакомствам с тем биоразнообразием, которое сохранилось на этих территориях. Ну, вообще, в принципе, это интересно. Интересно посмотреть Россию, узнать Россию. И, с одной стороны, это правильно. Скажите, сейчас остро стоит проблема финансирования. ООПТ, к которому вы, в принципе, имеете полное, прямое отношение. Значит, и такой вопрос. Как совместить финансирование частное с государственным? Есть ли такая возможность? Что касается финансирования, ну, мы можем говорить, безусловно, что бюджетные средства, они всегда ограничены. И на сегодняшний день подход к этому планированию, финансированию самоохраняемых природных территорий стоит, чтобы наиболее рационально и эффективно тратить те средства, которые выделяются из федерального бюджета. Для поддержки отрасли, для поддержки, в частности, например, направления того же экологического туризма, о котором мы с вами сегодня говорим, существует федеральный проект сохранения биоразнообразия и развития экотуризма в рамках национального проекта «Экология», одним из мероприятий которых является как раз-таки создание качества инфраструктуры для развития экологического туризма, для того, чтобы те посетители на тех территориях, которые выходили, могли получить качественные услуги, сервисы, хорошо отдохнуть. С точки зрения привлечения частных средств в это направление, то, в принципе, такие проекты существуют, и тот же самый федеральный проект, одной из своих задач для себя ставит как раз-таки привлечение частного капитала. У нас создана экспертная группа по привлечению частного капитала в самоохраняемые природные территории, но это же с точки зрения развития экологического туризма. Плюс привлечение бизнеса и сохранение биоразнообразия, то есть так называемая инициатива бизнеса биоразнообразия, в рамках которых крупные компании поддерживают те или иные редкие виды, и это помогает осуществлять те функции и задачи, которые сегодня стоят перед учреждениями, которые управляют самоохраняемыми природными территориями. Вот мы и подошли к главному вопросу. Развитие инфраструктуры и рост экологического туризма – это, с одной стороны, хорошо, это доходы, но, с другой стороны, это экология. Толпы людей, машины, выброшенные пакеты, проколотые шины. Ну, и можно продолжать бесконечно. Но, смотрите, сегодня не ставится задача максимально увеличить количество людей, открыть абсолютно все территории для посещения. Нет. Здесь как раз-таки задача соблюсти баланс между количеством посетителей, которые приходят на самоохраняемые природные территории, и теми основными первоочередными задачами, для которых они создавались. То есть сохранение биоразнообразия, сохранение вот той самой первозданной природы. И вот этот баланс, в принципе, выдерживается. И открывать на сегодняшний день никто не планирует абсолютно все стихийно и массово, чтобы это все было, не знаю, условно говоря, вытоптано, да, либо захлопнено тем мусором, с которым приходят туристы. В первую очередь, развитие экологического туризма, например, рассматривается на территории национальных парков. Большая часть задач, которые как раз-таки, или одна из основных задач, это вот создание организованного отдыха и рекреации на территории самоохраняемых природных территорий. Что касается борьбы там с мусором и так далее, ну, действительно, отчасти такая проблема тоже существует. С увеличением количества посетителей увеличивается и количество отходов, которые могут образовываться на этой территории. Но на сегодняшний день реализуются различного рода, в том числе экологические акции, приносят «Убери с собой», «Забери с собой», чтобы весь мусор, который приносимый туристами, посетителями, он возвращался вместе с ними обратно, не захламлял эту территорию. Плюс формируются так называемые некоторые уголки, где турист может оставить этот мусор, и, соответственно, учреждения, занимающиеся управлением ОПТ, могут централизованно это убрать, чтобы это не было захламления абсолютно всей территории. Спасибо.
Добрый день. Значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы что сейчас проводите? Мастер-класс? Мастер-класс. Мы собираем книжку-малышку, мини-энциклопедию. Вот такая вот должна у нас книжка в результате получиться. Да, и еще вопрос такой. Вы через какое-то время будете выступать в большой трибуне. О чем вы расскажете? Я расскажу о нашем национальном парке. Я расскажу о нашем национальном парке Водлазерский. Он находится на северо-западе страны. Это большой лесной массив. Будем очень рады, если... Приходите послушать, расскажем, что у нас посмотреть, зачем к нам ехать, какие у нас события. Обязательно приходите. Все, спасибо, не будем мешать. Ребят, продолжайте учебу. Всего доброго.